Владимир Ильич Ленин. Вновь и вновь мы сверяем по Ленину свои устремления и планы, держим равнение на его великие дела. Ленин и теперь живее всех живых, наше знание, сила и оружие. Эти строки сын рабочего большевика Саша Саханов услышал еще пионером. В 14 лет Александр Саханов был принят в ленинский комсомол. В 43-м на фронте вступил в партию Ленина. За 40 лет творческой деятельности заслуженный художник РСФСР Александр Иванович Саханов создал более 100 полотен о Владимире Ильиче Ленине. Он не раз побывал в Разливе и Шушенском, в Ленинграде и Горках. И сегодня Александр Иванович Саханов верен ленинской теме. 30 лет я уже работаю над созданием произведения, связанное с образом Владимира Ильича Ленина. И для того, чтобы создать образ Владимира Ильича Ленина, нужно обострить внутреннее видение, вжиться в эпоху, пережить, прочувствовать все обстоятельства великой жизни, физически ощутить множество фактов, связанных с деятельностью и личной жизнью человека, соединившего в себе величие мысли, революционную страстность, простоту и скромность. Анатолий Ананьев, известный советский писатель, автор многих повестей и романов о Великой Отечественной войне, главный редактор литературно-художественного журнала «Октябрь». Минувший год для нас, для писателей, был знаменательным годом. Но он даже дважды знаменательным годом был для нас. Во-первых, мы отмечали 50-летие образования Союза писателей СССР. Итоги, надо сказать, очень хорошие. И не только наш многомиллионный читатель читает наши книги, но они вышли далеко за рубежи. В очень теплой обстановке в группе советских писателей были вручены высшие награды Родины. Вручал Константин Черненко, получил вторую звезду Героя социалистического труда, первый секретарь Союза писателя Георгий Макеевич Марков, удостоил звания Героя социалистического труда известный прозаик Анатолий Иванов, прозаик, известный секретарь правления Союза писателей Сартаков и критик Храпченко. Конечно, мне это очень приятно, что я тоже был удостоен этого высокого звания Героя социалистического труда. И мне бы хотелось сейчас еще раз сказать самые искренние слова благодарности за эту высочайшую награду Родины. Для нас, писателей, особенно для нас, фронтовиков, возвращение к военной теме и примечательно тем, что мы сейчас восстановили бы истину, как было, действительно, какой народ, что действительно советский народ вложил самые большие усилия в победу над фашистской Германией, над фашизмом. Балтика. В любую погоду выходят на охрану рубежей нашей Родины моряки-пограничники. Данные по цели номер 3. Цель номер 3. Пелинг 90, дистанция 60. Советский флот всегда был и остается настоящей школой жизни. Молодые моряки учатся мужеству, упорному труду, боевому товариществу.
они приняли эстафету от ветеранов-балтийцев, героев Великой Отечественной. По всей советской земле, от Калининграда до Чукотки, стоят в камне и бронзе ратники минувшей войны. Их именами названы села и города, улицы и корабли. Николай Каплунов, командир легендарного катера МО-207. Эти малые суденышки по праву называли морскими охотниками. Они бесстрашно вступали в схватку с фашистскими конвоями, высаживали дерзкие десанты. Морякам пограничного корабля Николай Каплунов пришли ветераны войны. Алексей Сергеевич Фролов, Иван Федорович Акулов, Василий Иванович Бычков, бывшие члены экипажа МО-207. Они рассказали, как 23 мая 1943 года перед двумя морскими охотниками неожиданно появились 13 вражеских катеров. Николай Каплунов приказал атаковать. В этом неравном бою их катер был изрешечен пулями и снарядами, все члены экипажа ранены, а Николай Каплунов скончался на руках своих боевых товарищей. Но фашисты не прошли. Кавалеры многих орденов и медалей, друзья, они живут в одном городе и, встречаясь, часто вспоминают свою боевую молодость. В июле 1942 года, в самый разгар боев на Сталинградском направлении, газета «Правда» писала: «Пройдут тяжелые времена войны. Враг будет уничтожен. Кровавые банды гитлеровских мерзавцев будут сметены с лица земли. А на развалинах, еще хранящих терпкий запах гари и крови, мы начнем строить новые города, села, разбивать цветущие сады. Тогда извлекут из стальных несгораемых сейфов рулоны кинопленки. Сотни километров ленты, бесценной летописи великих наших дней, которые мы сейчас называем простым словом «кинохроника». И притихнет погруженный в темноту зрительный зал, где будут наши дети». «Там, где мы бывали». Так называется новый спектакль Московского театра имени Ленинского комсомола к 40-летию Великой Победы. Подвигу советского народа в Великой Отечественной войне был посвящен и Всесоюзный фестиваль искусств «Русская зима», проходивший в Москве. В спектаклях и концертах фестиваля участвовали художественные коллективы и солисты из многих городов страны, зарубежные артисты. Говорит гость из Болгарии, артист Петров. Мы, артисты болгарского цирка, рады участвовать в фестивале искусств «Русская зима», который проводится и в котором принимают участие лучших художественных и театральных коллективов Советского Союза. Мы знаем, что этот фестиваль проводится года 40-летия от победы советского народа в Великой Отечественной войне, и мы желаем всем советским людям мирное и счастливое небо. Болгарский цирк приехал в Москву с новой программой «София, Москва».